каждый раз, когда я выхожу на тренировку, в голове крутится одно и то же. Может, еще поспать? Нет настроения. Тебе это не нужно. Так лень. Лучше потом. Плохая погода. Устал и нет больше сил. Тогда почему я не останавливаюсь? Как нахожу в себе новые силы? Нет, не так. Ради чего все это? Что я доказываю, выполняя все эти упражнения раз за разом? За кем гонюсь и кого хочу победить? Что мной движет? Я не хочу быть знаменитым. У меня нет особых навыков и возможностей. Я ничем не выделяюсь. Я обычный человек. Все это не про победы и поражения. Все это ради достижения своего предела. Двигаться так далеко, насколько хватит сил, а затем двигаться еще дальше. Я не собираю медали и титулы. Я собираю часы. Часы усердной работы. Часы боли. В этом весь я. Я тренируюсь ради сокрушительного триумфа. Триумфа над собой. Таков мой жизненный путь. Здесь нет финишной черты. Оставьте себе славу и одобрение, статусы и награды. Мне это не нужно. Я хочу быть выше всего этого. Я просто хочу быть собой. Когда ты отличаешься от других, они начинают сопротивляться. Говорить, что у тебя не получится. Ты для этого не подходишь, и у тебя не хватит сил и терпения. Если есть цель, оберегай ее. Люди, которые не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся, и точка. Только от тебя зависит, сделаешь ли ты первый шаг, или останешься стоять на месте. Если ты ждал подходящий момент, он настал. Ha 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 ha.